Новый год, идет. Счастья, радости всем он вам принесет. День добрый, уважаемые форумочитатели, ютубосмотрители. Мастерская WinModels приветствует вас снова, и я, Даниил. Сегодня мы опять немного подготовились. Вот вырезали, например, вот такую вот модную бабочку деревянную с собачками, так как предстоящий 18-й год, год собаки по китайскому календарю. И мне хочется вас поздравить, так сказать, с неким таким праздником. Наконец-то в Санкт-Петербурге наступил первый слякотный месяц зимы, декабрь, который, может быть, многих и омрачил. Но, несмотря на то, что месяц слякотный, вроде как мерзкий, да, у нас в мастерской произрастают весьма успешно вот такие вот зеленые кактусы. Да? Они очень колючие, на них много иголок, и на них вполне можно повесить какие-то свои изделия, брелки, бижутерию, которые, в общем, у многих, наверное, валяются по разным углам. Также вот есть кактусы цветущие у нас, весьма неплохие, которые, в общем, также можно у нас приобрести. Косточки по желанию можно повесить. Все, как говорится, предстоящему Новому году, что вам поможет немного приподнять настроение, несмотря на столь слякотный первый месяц зимы. Можно приобрести вот такие вот деревянные подарочные сумочки, которые легко разбираются, в них можно положить всевозможные подарки детям, любимым, близким, кому угодно. И, в общем, это будет довольно такой оригинальный подарок, деревянной такой вот сумочки. Также можно приобрести вот такие вот шикарные сумочки для подарков с сердечком, с надписью «Моей королевне». Прекрасно будет смотреться, туда можно положить все, что угодно, не только бутылку, как некоторые, наверное, подумали. Нет, нет, все, что угодно, все, что вам понравится. Вот такие вот неплохие самосборные шкатулочки. Собираются без клея, прекрасно выглядят, их можно красить, обрабатывать под декупаж, морить, все что угодно. Как говорится, фантазия не ограничена здесь. Есть вот такие вот превосходные 3D-модели, ну не 3D-модели, 3D-витражи, которые также можно сделать, поставить на окно, а сзади, например, установить свечечку, которая будет весьма неплохо это дело подсвечивать и очень красиво. Ну, а что касается новогоднего стола, да, ну, кто у нас обычно за новогодним столом, помимо мужчин и женщин, дети, да, ну, дети что любят? Дети любят конфеты, и вот для детишек вот такие вот есть наборы, конфетницы, это уже разукрашенная конфетница, да, мы предлагаем наборы под декупаж, разукраску, пожалуйста, также вы можете сделать все, что угодно, набор выглядит в собранном виде, примерно вот так. Прекрасно такой вот домик, конфетница, туда можно положить не только конфеты, все что угодно. Также что у нас? Можно украсить и новогодний стол вот такими вот конфетницами в виде саночек. Также можно под раскраску новогодние игрушки всевозможные. Также можно под раскраску, под декупаж. Можно повесить прямо так в виде фанерки, тоже неплохо смотрится. Вот такие вот интересные есть варианты под раскраску и под декупаж. Тоже красивая новогодняя игрушка. Ну, чайные домики различные, также наборы под раскраску. Наборы новогодних игрушек вот в таких вот деревянных коробочках тоже может быть весьма интересным подарком к Новому году, тем более, что стоит это не так уж и дорого. Ну и, конечно же, какой Новый год у нас без елки, правильно? И новогодний стол, естественно, можно украсить вот такой вот симпатичной елкой-салфетницей, которая, я надеюсь, впишется довольно неплохо в ваш новогодний стол красивый. На нее можно повесить какие-то игрушки и чем-то ее украсить еще. Как говорится, на что ваша фантазия способна. А также нашим дорогим мужчинам, да, мы можем предложить вот такие вот подарочные деревянные коробочки под горячительные напитки. Довольно оригинальный подарок, не часто встречающийся. Можно приобрести и сделать, собственно говоря, в общем, приятное своему мужчине. Этот подарок может быть приятен не только нашим любимым мужчинам, да, но и нашим любимым дамам, которые, я так полагаю, тоже оценят хороший горячительный напиток в столь
оригинальных упаковках. Поэтому, пожалуйста, уважаемые мужчины, не только ж вам дарить подарки, но и вы должны дарить подарки нашим любимым дамам. И, как сказал один из персонажей известного фильма, на этом свой коротенький рассказ я хочу закончить. И не забываем, что символом следующего 2018 года является собака. Год собаки в китайском календарю. С вами была мастерская WinModels, и я Даниил. Прекрасных вам подготовок к Новому году!